Артем и Милана стали четвертыми королевскими близнецами. Зарегистрированными на Камчатке в этом году мальчик и девочка родились в краевой столице. В отделе ЗАГС Петропавловска родителям Василию и Олесе Архиповым вручили первые документы малышей и памятные знаки. В краевом ЗАГСе напомнили, что заявление на регистрацию ребенка можно подать несколькими способами. Лично в отделе ЗАГС, через МФЦ или через госуслуги в разделе «Семья». Также можно воспользоваться суперсервисом рождения ребенка. Уведомление о том, что рождение ребенка зарегистрировано, поступит в личный кабинет родителей, после чего на госуслугах они сами выбирают удобное время посещения отдела ЗАГС. Получить свидетельство о рождении можно в любом отделе записи актов гражданского состояния.